Монетка исчезла. Ну ладно. Блять, куда же идти тут? О! Ага. Ой, я, кажется, нашел, куда идти. Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Алундру. Я вроде нашел, куда идти. Тут же ж водичка у нас есть. А вот тут я не выпрыгну. И чё? А, во, смотри, свет. Ха-ха-ха! Ух ты ж, блядь, тут и загадки ж. Ладненько. Ты слышь, аук? Аук, блядь, успокойся. Тварина. Тут у нас закрыто, там я могу поплавать. Тут я могу перелезть. Хотя нахера? Иди сюда. Аук. Да, Лундра, что ты делаешь? Куда ты попею? Туда я не могу, что ли? Почему? Так, стой, тут проход, а там что? А тут что? А тут вылезти можно, смотри. А зачем? Не понял. Ух ты! Ни хрена ж себе. Даже так? А почему ты вон туда не можешь? Хотя там ничего нету. Это первый раз такое вижу, что можно взять с этого, с кустика. Опа. Ладно, это не сложно, это не сложно. Вот сложнее будет вот этих бить, блядь, дебилов. Зеленых. Лягушатники. Слышь! Лови, блядь! Не, я туда пока не хочу падать. О, бочка. А, я понял. В смысле, я понял. То скрытые бочки стопудово. Вот эти вот штуки, помните, что я говорил, может они меня поднимут? Вот же ж крышка, смотри, тоже желтенькая. Это просто бочка та, что в земле, ее как-то надо оттуда достать. Ну это потом, наверное, будет. Я хрен его знает, что-то закрыто, да? А, конечно, как же иначе. А я сюда не выпрыгну, ладно. И чё? А я туда не выпрыгну, ребятки. Или я... А, бочка, у меня же бочка есть. Точно, бочка, это вещь. Куда ты ее, блядь? Да куда ты ее? Ты дебил. Хорошо, что он может ее забирать оттуда. А вообще. Тормоза кусок. Алундра, ты чё не едешь? Ты чего не едешь? Тут же ж... Блять. Долба... Или он на втором уровне? Не понял. Там что, дырка? Да... Ну её ж не видно, ну совсем. Ну как? Как я в такой проекции пойму, дырка там или, блядь, не дырка там? Что такое, чувак? Ой... Так, это противник. Ха-ха, заныкался, падла. Думал, я тебя не узнаю. А я вот тебя, сука, узнал. На! Так, камень есть. Спуск есть. Дай сохранюсь. Дын-дын-дын. Дын-дын-дын. Там что-то плавает. А, это просто для того, чтобы я поднялся. Хорошо, это если, типа, я зафейлюсь. Так, погнал. Ой, блядь, я там прыгать надо. Я думал, там просто... Ну вот, вот... Блядь, вылези, Алундра! Сука, ты такой... Да! Смотри, я думал, тут просто пора пробежать, а тут, оказывается, надо этот... Оказывается, надо прыгать. Ну а как? Оно в такой проекции непонятно, надо прыгать или надо просто пробежать. Вот, серьезно, вот... Да, хорошо. Эй! Эй, просыпайся, блядь. Вот ты дебил. Вот как? Здесь косяков пиздец. Именно насчет вот этой ебаной боевки. Серьезно, она меня бесит. Тут прыгать надо. Да какой сундук? Тебя сейчас подбесят. Блять, еще это тут музыка. А, блин, гребаная, серьезно. Именно в этом месте. Куда мне соп...
Ёб твою! А там был еще сундук, откуда я знал? Кто мне сказал, что там сундук? Никто, конечно же, не сказал, что там сундук. Тебе надо просто спрыгнуть сверху. Естественно. Откуда я могу знать, что там сундук? Я же, блядь, ясновидящий. Какого хера? Я не знаю. Правильно? Какого хера ты должен не знать? Что за херня, чувак? Уйди, блядь, пожалуйста, в жопу, в длинную, блядь, и квадратную, и в зеленую, блядь, свою уйди. Вот ты там теперь и сиди. На тебе подарочек. Падла. Так и сиди там в жопу тебя. Заеб. Ага. Привет. Да какой сундук? Почему ты, Алундра, такой долбоёб? Да. Оп. Открывай давай. Золото. И чё? Так, там ничего и тут ничего. В смысле? А что делать дальше? А тут нельзя пройти? Нельзя. А зачем это все? Что я тут взял? Я ничего. А ключ какой-то взял. А ключ от чего ключ? Где ты там, блин, булава? От чего ключ? Привет. От чего я ключ взял? Ключ я взял какой-то. Ключ. Я взял ключ. А где он? А, у меня один, он ключ есть, да. А от чего я взял? Блять, тут непонятно вообще! Вот эти вот гребаные големы меня бесят, серьезно, уже. Точно, все бесит уже. Что только не куда ни плюнь, все, блядь, тут в этой Алундре, блядь, уже бесит, потому что оно все так тупо. Ладно. Ключ от чего? А, от двери. Привет. Да и пошли вы нахер. Я пошел дальше. Лови! 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 Смотри, блядь, не попал. Как так? Да уйди ты! Я сейчас тебе дам бочку, смотри, какая вкусная. Что дальше? Что здесь? Здесь у нас кнопка. На время. А куда ты? Не понял? Подожди, она же вроде поднялась, правильно? А ну выключи. Или что, я не понял. Ну ладно, пойдем сюда. Чего она от меня хочет? Оу! Сука, поднимайся. Ах ты, падла. Блин, ну музыка, ты можешь нормальную музыку включить, не такую, блин, едущую. Хотя бы не пищала бы. Я там хер его знает. Падай. Воу! Успел. А, подожди, а эта штучка упала. Это вы хоть хотите сказать? Это вы мне хотите сказать, что мне надо на время пробежать? Это вы сейчас серьезно, да? Это вы прям сейчас на полном серьезе. Воу-воу-воу. Беги, Алундра, там у нас время. Блять, молодец. Алундра молодец! Он шарит, как надо делать. О, я не успел бы, я все равно. Давай перезайду, там можно похиляться. Оу! Блять, зачем вот... Я не понимаю, зачем сделали здесь респ монстров? Вот абсолютно не понимаю, вот в чем прикол. Это какой-то оригинал? Ну, в смысле, оригинальность какая-то, да? То есть прокачки нету, куча монстров, блять. Оружия почти нету. Они меня побили. Жизньки нету. Ну, пожалуйста, блять. Ходи, блять, хиляйся туда-сюда, как дебил. Еще ж, если падало чаще, это вся дерьмо. Ага. Зачем? Где моя хилка? Привет, привет. Спасибо, блядь. Лови. Нахер, блядь, всех троих. Бочки я пока оставлю, потому что, блядь, сейчас тут буду бегать 33 дня. Да, Лундра, ну ёб твою мать, ну что ты делаешь, блядь?
Я тебе нажал раньше чуть-чуть. Это надолго. Это, ребятки, надолго, так что... Да, какая разница? Все равно никто не смотрит. Какая в херу разница? Она 30 лет, это она 20 лет. На 72. В чем разница, не вижу. Блять. Да, Алундра, чё? Почему ты не при... Ну вот, я не понимаю эту Алундру. Хули... Херли у него с первого раза получается пробежать, а со второго, когда я второй раз иду, он не прыгает, не хочет он прыгать нормально. Почему? Почему ты, блядь, дебил? Да нет, там не успеешь, реально, там не, я не успеваю. Пиздец, как он меня бесит, вот просто пиздец, берет и бесит. Ёбаная Лундра, блядь. Сука, если я тебя пройду, я тебя никогда не вспомню, падла, тварь. Разве что вспомню, как кошмар какой-то. Вот Херли тут нихера нету. На. Угу. Ты такой, блядь, конечно, блокируй. Еще и бьешь меня, да-да-да-да-да. Да, блокируй, и бей меня, блядь. Конечно, да. О, как много хилки вообще. Прям миллиард. Блять, пробежал, ты представляешь? Фу. Хотя пробежал почти, можно сказать, если так посчитать, то с первого раза. Ну да ладно. Ой, кошмарный какой-то кошмар. Я надеюсь, оно не важно. Ты я так разбил. Ну здесь вроде никуда больше не пойдешь. Ты, уйди. Ты! Ну-ка просыпайся, падла тварь, я тебе сейчас бомбу подарю. И лазь теперь там. И она его не заденет. Конечно, потому что она нахрен знает, как каком уровне. Подожди, а... Вниз я могу спрыгнуть. Но... Смогу ли я потом вернуться? Вот в чем вопрос. Давай пока я не буду туда идти, пойдем вот сюда. Посмотрим, что здесь. Что здесь за звук? О, опять эти катушки по катушке. А почему тебя не трогает, э? Мы вроде как живые существа. Равные. Ты, блядь, как тебя называют, физический. И я, блядь, физический, прикинь. А Херли тебя не трогает? Так нечестно, это вообще discrimination. О, бочка. Что ты хочешь? Твали. Конь. На. Ой, блядь. Так, бочка, зачем мне бочка? Иди сюда, так, идем сюда, там ничего нет, подожди, ой, тихо. Да, блядь, беги ты, Алундра, ядрить твою мать. Вот ты козявка. Подожди, сюда, сюда, и чё? Зачем бочка? Я там не выпрыгну все равно. Или там есть где-то пониже? Да, как ты достал? Понял? Так, сейчас я не понял. Сейчас я не понял, как сделать эту загадку. Как мне выпрыгнуть наверх? Смотри. Можно попробовать так выпрыгнуть. Так, а смысл? А ну я пойду тогда туда упаду. Тут же ничего нету, ничего нету. Так, что-то, подождите, не понял загадка. Загадка, катка, катка. Эй, просыпайся.
Смотри. Это ничего не делает. Но если там можно упасть, значит можно и вернуться. Давай упаду. А как этот сундук тогда взять? Это начало самое, представляешь? Вот так этот сундук, блядь, взять. А, эту травка. Ну, сука ты, грёбаная. Так, а подожди, а что тогда там делать? А, это мне опять петлярить хрен знает куда. Ага, привет. Привет. Так, тут тоже травка. Ну, тут травку можно нафармить. Реально фарм травки. Ха, туда-сюда выходишь и фармишь травку. А, нет! Мне опять предлагаете пробегать. Сука. Где вы там? Два дебила. Ну конечно. Сейчас попробую, смотри. Прям в реальном времени пробежать. Сука, сдохни. Я сейчас вот тут вот так сохранюсь, чтобы, если что, не бегать потрясаться. Смотри, когда она идет вниз. Нет, неправильно. Оп. Блядь, не успею. Да, короче, похер. Ау! Хе-хе-хе. Успел, ну ладно, раз привалило. Эй, проснись. Так, в том сундуку у нас там... Да, Лундра, ну... Блин, ну ты стоишь на... Да... Он стоит на одной проекции с ним, на одной линии, как... Он стоит на одной линии с ним. Почему он меня бьет, а я его, блядь, не бью? Так всегда. Иди сюда. Не блокировать! Я не разрешаю нихера. Ты, может, бьешься. Опа! А ты катаешься? А почему ты не катаешься? Вон оно что, ты понял? Я что-то так думаю, попробую просто. А оно, видишь, и можно. А там кто-то должен быть или нет? Да, иди сюда. Жиробась! Ну что, почему ты блокируешь, ты падла? А бочка зачем тогда? Или чтобы на шар выпрыгнуть? Тогда ладно, давай поставим его тут. Смотри, нам надо ударить так, чтобы он полетел вон в ту сторону. Ух ты, сука, он полетел вообще не туда, как так? Я-то еще полдня буду. Надо как-то по инерции, что ли. А двигать их нельзя, да, эти шарики? Да, надо как-то по инерции, чтобы он сюда вот подкатился, а потом надо через бочку. Вот это весело будет сейчас. Ну ладно, давай пробовать. Придется туда-сюда перезаходить, а что делать? Загадки надо решать в реальном времени. Оп. Так, ты, катись куда хочешь. Смотри, оно улетает. А, музыка, блядь. Ушки там могут на макушке сделаться. Смотри, можно попробовать... Оп, ай, не попал. Хотя ладно, за бочкой я потом приду. Почему ты не двигаешься тогда? Можно было взять тебя, например. Блин, а это двигается неправильно. Ну хотя бы так. Какая разница, в принципе, да? Или мне надо два шарика сюда подвинуть? Ну я запрыгну с этого шара? Или нет? О, Лундра! Ты еб... Почему он меня так ненавидит? Почему ты меня ненавидишь так, а Лундра гребаная, сука? Блять, мог бы я тебе что-то, падла, сделать, я бы тебя сейчас бы нахер, блядь, уничтожил бы, тварь. Паскуда, гребан. Иди нахер хоть ты, блядь. Мне уже просто все разрывает нахер. С этими, блядь, дебилами. Гребаными. Ага.
Т-т-т-т-т-т-т. Заебало. Поставь так. Да неужели, блядь? Сука, сохранюсь нахер в зад вас. Просыпайтесь. Спасибо, блядь. Ой, это камни. А зачем три камня? А это охрана, блядь, местная, сука. Иди сюда, камнем заебашу. Да, конечно. У вас, блядь, блок против всего есть, а у меня, блядь, нихера нету. И зачем этот рычаг? Если не секрет. Тюрьма в ту сторону. Так я оттуда, что ты мне показываешь? Рычаг. Ой, я нажал. Дверь налево открыта. В смысле налево? Я хочу направо. Тут чё? Ой, тут проход. Какой-то проход. Это сохраняшка или чё? Куда пропадают мои жизьки? Ой, а тут нужен ключик. Это же сохраняшечка, да? Ладно, я сохраняться не буду. В принципе, мне это не надо. Хотя можно было посмотреть. Ну ладно, потом. Сколько времени у меня уже ушло на эту гребаную алундру, блядскую, сука. Какая дверь налево открыта? Какая дверь? Дверь налево открыта. А тут что? Какая дверь? Там двери не было налево. А, вот это вот противник. Стой, а я не вы... Или вылезу? А, вылезу, окей. Опять эти покатушки? Да ёб твою, Алундра, ты подкуда? Ой, куда-то запулил. Так, смотри, подожди, надо сначала посмотреть, что надо делать. Так, и чё? Я все равно, в принципе, не выпрыгну никуда здесь. Здесь ничего нет. Что ты хочешь? Тут я не выпрыгну, и там я, и тут, и так я не выпрыгну. У меня нету мелкого. Подожди. Этот камень разбивается при падении. Зачем он мне? Я понял, смотри, нам надо один сюда шар как-то впиздурить. Потом я прохожу тут и один вот так. Прикольно, блядь. Сейчас будем опять полдня херачить туда-сюда. Ты вздыхаешь. Да пять ударов. Пять ударов. Окей. Так, смотри. А как же нам это все провернуть только, блин? Нам надо вот этот шар туда. Ну, по-любому, этот шар мне нужно вон туда. Блять! Он далеко уж улетел, да, я не допрыгну, наверное. Да как ты меня... Вот почему я не достаю? Пиздец какой-то. Ой, допрыгивает. Блин, а теперь надо как-то вниз этот запустить. Ай. Подожди. Так я не запущу сюда. Мне надо где-то, когда он там. Хорошо, ладно, давай отсюда. Да, блядь. Во, вот так. Должно сработать. Алундра! Не беси меня. Да бей уже. Почему? Далеко, что ли? Вот я в такой проекции серьезно не понимаю. Далеко там, недалеко, куда, сюда, туда. Вот не понимаю, откуда прыгать. Вот и все, блядь. Не, чё ты выебаешься? Сука. Грёбаный ты. Алундреус, блядь. Заебал.
Он меня реально заебал. Ну что я сделаю? Что он долбоёб? Чё ты тут не вылазишь? Да, конечно. Тут я попрыгать все равно не смогу никак. Чё вы тут кружитесь, блядь? Ой, а тут можно гулять. Это... Так, а чё? Ага. Понял. Наверное. Да чё ты... Зачем ты их трогаешь? Оу! Не, хотя стой. Может, я похиляюсь с них. На. Да, он меня ударил так, что я улетел, блядь, нахуй. Вообще. Куда-то в космос. Да, здесь похиляться, я так понял, можно. Только у меня жизни херня вообще. Можно похилять. И что, смотри, будет хоть одна? Одна маленькая. Это так много. Что прям я себе... Ой, большая. А есть еще? Нет еще, ладно. Давай перезайду. Да, Лундра, ты, блядь, ты можешь не заходить назад? Почему ты, блядь, тормозишь? Тормозишь, тормоз ты. Через букву О, сука. Тормоз. Реально тормоз. Фу, блядь, это я заебусь так. Серьезно, если я когда-то игру эту пройду, у меня тупо, я не знаю. Ничего сложнее просто уже придумать нельзя. Да прыгни туда, вот ты ж молодец. О, эликсир. Окей, отлично. Так, а стой, там, в принципе, дальше ничего нет, да? Если я туда прыгну, там это самое, там ничего. Ну да. Значит, тогда мне дальше. К этим грёбаным углям. Там же ничего нет, значит, мне сюда только. Все, давайте, короче, тут. Ай, блядь! Сейчас я этих переебашу. Да! Ты слышь? Вот как. Вот почему он меня попадает, и я не попадаю? Почему? Где справедливость? Сука, нету нигде справедливости, блядь. Иди нахуй! Падла, тварь, паскуда, грёбаная. Ублюдок. Ненавижу тебя. Да. Чё эта музыка грёбаная меня уже тупо, сука, бесит. Ладно, все, давайте закончим, потому что я сейчас ебанусь. Все, ссылки на плейлисты, короче, там где-то есть. Что-то хотите, то и делайте, смотрите, комментируйте. И всем до встречи в следующей серии Лундры Блядской. И всем пока.